Всем привет! Вы на канале художницы Натальи Рязановой. В этом видео мы разберем картины на морскую тематику. Каждый из нас любит море либо океан, но для каждого оно свое. Кому-то нравится наблюдать за рассветом либо закатом на берегу моря. Кому-то нравится заниматься водными видами спорта. Кто-то любит просто плавать. Покоритель волн. Человек сталкивается с внутренним страхом перед стихией, покорив его, сливается вместе с природой. Основная задача серфинга – поймать волну. Но наибольший интерес представляет волна, закручивающая в форме трубы, через которую пытается проскользнуть серфер. На картине я изобразила волну в виде животных. Как и страх, самое сложное – это сделать первый шаг. И на картине первое животное – самое хищное и угрожающее. Как любая волна, она в итоге обрушивается с грохотом и свистом и превращается в пену. Серфинг – это водный вид спорта, борьба с морской стихией и дерзкий вызов ей. Картина «Покоритель волн» стала финалистом в конкурсе «Вода, я люблю тебя» в Петербургском музее воды в 2017 году. Дельфины. Дельфины являются одним из самых одухотворенных животных. Влюбленные на картине сливаются в едином энергетическом потоке. На картине вода изображена чистой и прозрачной. Вокруг пары плавают золотые рыбки, что символизирует собой исполнение всех желаний и счастливый союз. Сквозь толщу воды пробиваются лучи света, что символизирует собой возвышенные чувства и стремление к свету. Стая. Дельфины живут большими коллективами, каждый из которых связан родственными узами. Отличительная черта дельфинов – это любознательность и добродушие. Я хотела бы пожелать вам покорить свой страх не только перед стихией, но и в жизни. Найти свою любовь, чтобы слиться в одном энергетическом потоке. И найти свою стаю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.